Рассказываем, как настолько долгожданный релиз оказался главным разочарованием жанра. Пауза на пользу не пошла, автор пытается так явно подтакать фанам, что начисто растратил актуальность. Завышенные ожидания, некогда яркий новатор безнадежно застрял в 2010-х. Жаль, но данный альбом тянет лишь на 3 звезды из уважения к старшим за старание. Пускай продакшн неплох, но флоу все не музыкальный, это псевдоинтеллектуальный хип-хоп, в остатке печальный итог. Артист не обращал внимания на то, что игра до но не та, будто специально избегая сдвиг эпох. И да, сильный пропьешь, никто и не ждал рэп для кальяны, дрил и поп. Но не замечать, как поменяли звук Кентак и Трэвис Скотт в упор. Это как минимум загадочный игнор. Но что печальнее всего, трек 19, а в нем рецензия на собственный альбом. На деле попытка оправдать слабый релиз, тем опередив чужой разбор, аж не по себе сколят затасканный прием. В конце грошовый постмодерн, духи подмигивания всем, кто шарит в четвертой стене и в курсе цель всех саморазоблачений. Респект, автор не уверен в себе, выезжая за счет рекурсий.